самом сердце исторического центра города на Бобруйском Арбате уже месяц пустует здание кафе «Лакомка». Закрыть легендарное место не поднимается рука. Поэтому сегодня помещение в 103 квадрата выставлено на аукцион. Выкупить право аренды может любой желающий. Правда, есть несколько условий. Ключевое – название должно остаться прежним, как и сфера «Общепит». Единственный нюанс – здесь запрещено реализовывать алкогольные напитки. Начальная цена продажи – 466 рублей 2 копейки. Торги запланированы на 19 апреля. Последний день приема документов – 15 числа. У нас еще есть один объект, расположенный по улице Советская, 45. Площадь объекта порядка 850 квадратных метров. На сегодняшний день первый этаж сдан в аренду. Второй этаж у нас мы готовим, подготавливаем помещение для аренды для будущих арендаторов. Ведутся строительно-монтажные работы по внутренней отделке, по разводке коммуникаций. С молотка 29 апреля уйдет еще одно здание – помещение на Чингарской, 55. Стартовая цена – 162 796 рублей. 104 квадрата перспективный хозяин может использовать под что угодно. Например, открыть тут строительный, продуктовый или магазин автозапчастей. Предусмотрена и рассрочка платежа. Задаток определен в размере 10% от первоначальной стоимости – это 16 тысяч белорусских рублей. Непосредственно конкретные суммы и условия участия в аукционе прописаны в извещении. Узнать подробную информацию об аукционе можно на сайте организации и горосполкома. Чтобы снять или приобрести помещение, достаточно написать заявление. Его готовы рассмотреть в течение дня. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.